dvhub.ru. Скажите, пожалуйста, вот для тех, кто еще не совсем понял, потому что кто-то путается, что-то совсем бесплатно делается, что-то на условиях какого-то небольшого, но все-таки софинансирования жильцов. Вот можно как-то разграничить? И конечно, что нужно сделать, чтобы попасть в эту программу? Конечно, значит. Значит, чтобы понимать, что реализуется в этой программе, скажу с первой. Значит, есть минимальный перечень, жильцы должны понимать, и есть дополнительный перечень. Минимальный перечень на сегодня, на 2017 год, включает в себя элементы асфальтированной дворовой территории, то, что мы с вами видим, элементы освещения, установку, значит, скамеечек и урн. Это на 2017 год. Значит, дополнительный перечень, который финансируется, значит, из консолидированного бюджета федерального, краевого и городского, входит еще финансирование за счет средств собственников, которые включаются до 10% на сегодняшний день, на 2017 год. Финансирует дополнительный перечень работ. Туда входят, значит, элементы парковки, элементы водоотвода, установка городских, детских, значит, площадок, установка спортивных площадок, элементы дизайна, ну, и другие виды работ, которые, значит, могут украсить дворовую территорию. dvhub.ru